Всем привет, меня зовут Гусин Кирилл, и я разработчик спиннингов Nord Stream. Я сейчас на Чебоксарском водохранилище, ловлю здесь много лет, но остался один кусок воды, который я практически не знаю. Дело в том, что Чебоксарка тут не только в Волге и окрестности, это еще огромные-огромные площади воды, которые залила речки, леса, озера на площади много километров. Там я практически никогда не был. И вот сегодня со своим другом Александром Могилкиным. Привет. Мы попробуем полазить там, где не были толком ни разу, поискать там рыбу, ну и, может быть, что-нибудь поймать. Ну, я там немножко уже был, примерно себе представляю, по крайней мере, как мы с тобой поедем. Не заблудимся, да? Не заблудимся, да. Пространство огромное, проток очень много, озер много всяких, сплошные коряжники. Мы идем в две речки сегодня. У нас одна речка называется Драгуча, а вторая речка называется Луташа. Они недалеко друг от друга, и старое русло этих речек представляет собой очень извилистые такие канавки, очень интересные для рыбалки. Там довольно много трофейной щуки бывает. И не очень большой прессинг, потому что деревья вперемешку лежат. Конечно, потери приманок там большие, люди туда сильно не суются, рыбаки. Давай коротко дополним, все-таки открытие сезона, но осенью там может быть крайне интересно. Поэтому мы сейчас сходим, поищем, найдем, отрисуем, если повезет. А уже осенью будем приезжать целенаправленно в магазин за трофейкой. Все, не будем терять времени, Саня, поехали. Поехали. Пошли. Характерная особенность вообще вот этой акватории в том, что русло речек очень извилистое, и ходить здесь на высокой скорости категорически противопоказано. Ох, когда он подсакан. Не, хорошая. Хорошая прям. Ух ты! Красивый, слушай, свечка. Такой размер на свечку. Вау! Красавчик. Красава! Повезло, нашли очень, как мы называем, мясное дерево, то есть вот под водой на 5-6 метров на свале затоплено дерево, и вот оттуда нормальный 5+. Помню, что там дерево сидит, красавица, хорошая, ну, может, не очень хорошая. Самое главное, выпилить ее наверх, потому что коряги, пофигу, сойдет, не сойдет, оборвет, в корягу ушла, Сай. Подъехать? Попробуем, я не пойму, сидит, нет. Слушай, хорошая была, прям ой. Так, включили. Не, наверное, все. Сейчас посмотрим. Вот она, прям с первого заброса в точке. Да какой там ты че? Все. Все? Смотри. Хорошее было.
Ну да. Вот, вот это вот самая большая как бы неприятность при ловле в коряжнике крупной хорошей рыбы. Вот фрикцион затянут. Виск слышали? Это фрикцион. То есть это не 3, это не 5. Это что-то зачетное. Но, Саня, есть огромнейший плюс. Мы нашли ее. Я не думаю, что она здесь одна такая. Сейчас посмотрим. Убили полдня, прошли по куче меляков. Но в одном месте вот нашли. Минус очередная приманка. Ну, собственно, очередной обрыв. К сожалению, от них никуда не деться. Коряжник глушайший. Несколько советов, чтобы уменьшить потери приманок. Во-первых, когда ловишь на таком глушайшем коряжнике, дальность заброса должна быть максимум 20 метров. Шансов при поклевке крупной рыбы, если она вдруг вас взяла на выбросе, практически ноль. Пункт 2. Проводка. Спешить. Дергать, резко крутить катушку в коряжнике нельзя. Самое главное при ловле в таких вот глушайших местах, это почувствовать момент касания грузголовки коряги, чтобы остановить, и если надо там перебросить, либо аккуратно там сдернуть ее. Вот если крутишь быстро, не успеваешь понять, что у тебя грузголовка касается. Еще в усмерть затянутый фрикцион и леска потолще. Волшебные чуйки, ну вот у меня сейчас 12 грамм. Спиннинг стандарт 4 с тестом 10-28, 2,40 длиной, в принципе, вот лодочная джиговая модель из бюджетных. Мощности его вполне хватает, чтобы вот взять хорошую рыбу, то есть без проблем. И это очень важный момент, потому что если спиннинг будет мягкий, в коряжник лучше не соваться, короче, шансов там практически не будет. Просто крупная щука будет вести себя так, как она захочет, и проконтролировать, развернуть ее куда-то как-то, ну, не получится. Есть! Что ж сегодня за день-то крокодилий-то, а? Ну, крокодили не крокодили, но хорошая рыба. Хорошая рыба. Хорошая рыба. Тихо в дерево не пустись. Там деревья. Ну да. Приятно. Тихо, тихо, тихо. Самое главное не купить. Какая песочная купюра. Есть! Ништяк. Слушай, дождались мы ее. Вот это рыба, блин, это драйв. Тут, блин, коряга под лодкой, в метре под лодкой раскидистое дерево стоит. Она вот стоила ей там... Весы давай, это вот. Она что? Не, меньше. Ну, 70 копеек. 70 копеек. 70 копейками. Отпускать? Пускай. Так, давай. Смотри. Ты мне сейчас зубом ударил. Дырочка в боку. Значит, как опускаем, показывай. Опа. Медленно кладем вот сюда вот. И держим за хвост. И смотрим ее состояние. Долго мы ее, конечно, не мучили, но все равно вот, вот так вот качаем. Качаем. Ну, она начинает шевелиться, да? Да, да, я прокачиваем через жабры кислород для того, чтобы она начала дергаться. У меня один раз ситуация была, поймал щуку и вроде долго не возился, а уже все, практически помирает. Я его так вот 40 минут качал. Ничего, отошло. О, вот уже начинает изумленно спрашивать, а что ты меня держишь-то, отпустите. Но это рано еще. Сейчас она активно дернется, когда она должна сама захотеть убежать. Задача минимум выполнена. Прошли по речке, нашли очень интересные места. Сейчас, как я уже говорил в самом начале, это же не самая трофейная ловля. Трофейная будет осенью. И вот теперь мы точно знаем, куда осенью надо заскочить. Мы
мы сейчас ловим в довольно высоком коряжнике. Не когда там на дне какие-то коряжки лежащие, а и в настоящий лес. И есть один прием, который очень сильно помогает, как бы поймать их чуть больше. Значит, что мы делаем? Как только мы касаемся коряги, вот, мы ее аккуратненько перебрасываем, а вот дальше делаем такую вещь. Сейчас покажу. Сейчас вот дойду до зоны коряг, вот она. Мы перебросили корягу, а дальше мы отдаем спинник чуть-чуть вперед. Приманка у нас перелетает и дальше идет по довольно пологой траектории, то есть отдаляясь от коряги. Соответственно, та рыба, которая стоит под ней, она оказывается вне зоны действия нашей приманки. Если же мы спокойно отдаем обратно, то получается, что приманка перелетает и уже не планирует вот так под углом, а планирует почти вертикально вниз, с очень небольшим углом. И вот само основание коряги, где чаще всего стоит крупная рыба, оно получается обломленным. Есть! Хороший! Показал, как правильно опускать. Саша, быстрее. Тихо, все, не кричи. В домике! Вторая! Тихо, сейчас опять порвет. Багет. Красавчик. Сегодня мой день. Первую свинью. Вот это невезуха, блин, а. У меня. Но я рад за тебя, брат. Взвешивать будем? Ну давай сейчас быстренько. Сочки прям. Ну это проще. С той было сложнее. Это вот. На самом деле это мы просто снимали, как правильно опускать приманку после прохода коряги. Ну вот, показали. Не вру. Ну вот она и вторая. Все, быстро отпускаем, потому что такие должны жить. Пускаем. Изгвазался в рыбе весь. Ну, в принципе, оно того стоит. Это не та же. Не та же. У той царапка была. Да, такая. Другие царапки совсем. Не та же, не та же. О, все, а это быстрее оклевывается. Красава, ты сейчас дырку войдешь. Вынимай на руку. Где дырку? Все хорошо, хорошо. Yes. Наконец-то и мне повезло, ё-моё. Ух. Так, убираю палку, держи. Давай. Класс. Моё ты лапа. Тихо, так. Да сколько же их там? Не клевали. Не клевали, блин. Подобрали ключик. Вот просто подобрали ключик. Такая же, да, Санька? Ну да, примерно. Класс. Ну это взяла без поклевки, без удара. Просто я сначала думал, коряжку зацепил. Тихо. Подруга. Так, держишь? Так, давай отпускать ее быстренько. А, давай взвесим. Ну, в принципе, такая же примерно. Ну, такая же, например. Давай взвесим. Где вес? Красава. Так. Ну, вот 7. Ну, семерка, да, с копейками. Семерка с копейками. Пускай. Опускай. Шкаркается. Так, ну-ка, иди сюда. Мы
офигели, когда вторую поймали с этого места, одинаковую. Еще шутили, сейчас будет прикольно, если еще и третью поймаем. Блин, это жесть вообще. Мы ее поймали. Теперь можно шутить про четвертую. Да. Сейчас еще пошутим. Ну, это явно другая, у нее, видишь, нарост на морде. Не-не-не, они все разные. Все разные. Это... Они что там делают-то, ё-моё. Давай. Все, пошла. Красавица. Кирилл ловил на довольно крупный такой, сколько у тебя, 5 дюймов? Да. 5 дюймов твистер. И мы только вот с ним рассуждали буквально, что, возможно, щука хочет такую вот активную игру приманки. Маленькая, это 10-сантиметровая поролоновая рыбка. Клюет, в том числе и такие. Причем двойничок у меня здесь стоит не сильно большой. Это не помешало вытащить из коряги. Я, то есть, реально с затянутым фрикционом ее выдирал просто из коряги, потому что иначе она просто там бы осталась. Буквально от первой до второй поклевки прошло сколько? Ну, минут, наверное, 10, да? Даже, может быть, меньше. Мы уже расслабились, успокоились, уже ничего не снимаем. И, блин, не, просто поняли фишку. Вот есть конкретная коряжка, в которой стоит рыба. И нужно... Конкретная рыба. Конкретная рыба, да, да, да. Слушай, а может они там штабелями прям лежат, вот так вот этажами, да? Собственно, вот оно и все. Мы за сегодня прошли много километров. Несколько раз рисковали остаться без винта. Рыбалка не просто удалась. Ну, ребят, ну как бы это вообще на самом деле космос. Так, на всякий случай, в начале сезона на Чебоксарке щука в районе, да, 7-3, да, штуки. Подряд. Подряд. Это да. Ну, как бы до этого там пятерочка. Ну, там была пятерка, да, да, но она такая единичная. Удача любит терпеливых и упорных. Да. Ну, это неудача, нет. Это как бы... Я бы сказал так, можно так пафосно? Это квинтэссенция знаний, да, навыков, да, умений. Правильно встать, правильно подать. На этом, наверное, все. Хватит. Просто уже эмоции переполняют, даже уже ловить, если честно, не хочется. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Увидимся на рыбалке. Всего доброго. Пока. Всем пока. Пока.